Уже есть водичка? Готов. Очень важный для вас момент, победа в турнире UFC. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя отлично, травм особо серьезных нет, но так неделю придется восстановиться, дальше буду работать. Впечатление у меня вообще обалденное. Выиграть такого топового бойца, для меня опытного, это для меня будет хорошая ступень вверх. I feel great, I don't have any specific traumas, so I think I will need a week to recharge and be ready again. It's a huge win and a huge deal for me to win such an experienced fighter. And yeah, I'm very excited about that. This has been such a special event, you know, big crowd, first time in Russia. I wonder, you know, were there any nerves, were there any kind of special, you know, concerns ahead of the fight as you walked in there? Это необычное событие, Москва, огромная толпа, все поддерживают вас. Каковы ваши эмоции, нервничали или переживали по этому поводу? Ну, во-первых, я дебютант в UFC, первый раз в таком турнире выступаю на мировой арене. Конечно, меня это давило, и тем более ответственность такая, что проводят первый раз в России. Я выступал, и вот, точнее, выступил, выиграл. Для меня, конечно, было малость давления, поэтому такой маленький чуть более скучный был. За это извиняюсь. It's my debut in UFC. It's the first time I'm performing on such a huge worldwide arena. So of course it's been a pressure for me, it's been a pressure, and I got a bit nervous, so I'm apologizing for that. Right. It was a good fight, very tightly contested. I wondered, did he feel that he had done enough to win the fight when it went to the judges? Это был очень хороший бой. Вы считаете, что вы сделали все достаточно для того, чтобы... Ну, я не скажу, что все достаточно я сделал. Можно было, конечно, лучше, но после боя, конечно, кулаками не машут. Сейчас судить смысла нету. Как получилось, так получилось. В принципе, для меня сейчас это нормально. Сейчас главная победа, а дальше будет больше. I don't think I made absolutely everything I wanted to. However, as we say in Russia, you don't make punches after the fight is over. So, yeah, I won, and it happened. What do you feel was the deciding factor that made the judges tip in your face? Что вы думаете стало решающим фактором в принятии решения судьями? Ну, фактором, я не знаю. Во-первых, у нас бой. Первые два раунда я не знаю, кому, конечно, отдать, как бы равные. Последний раунд я забрал. Я считаю, то, что борьбой я перевел. Там был даже нокдаун, но если судья не видел, как бы легкое потрясение. Дальше, в принципе, я не успел его добить, время закончилось. Так можно было бы бой закончить досрочно. I'm not sure what was the main factor, since two first rounds were quite equal, but the third one, I took it over, so I even think there was a knockout, however, if judges didn't see it, that's it. Is it, it took some time to sort of figure out distance or rhythm, or what was it a change in the third round? Вам потребовалось какое-то время, чтобы найти правильную дистанцию, поймать свой ритм? Да, потому что я знал, что соперник готовил под меня генплан. Они хотели нанести мне урон, сбить дыхание фронт-киком в солнечное сплетение. Они хотели сбить дыхание мне, потому что функционально я был очень хорош подготовлен. Они видели, что я постоянно иду вперед. Они хотели сбить. Я знал это, и поэтому я всегда держал дистанцию, не шел в зарубу. У меня манера всегда идти вперед, зарубаться. Далее я шел и смотрел. Первый раунд, второй раунд поджимал и ждал, когда он устанет. И я узнаю, что он будет делать. Я понял, что он фронт-киком мне бьет корпус. Из-за этого я осторожно работал. И сбил, когда дыхание ему уже сам, он устал, тогда я начал уже поджимать, видно было, что я уже прессинг начал делать, клетки прижал и начал его переводить партер, хотел добить. That's true. It took me some time, but I knew that my opponent was hoping to front kick me, so I was keeping a distance in order to avoid it, because usually I go straight forward. But this time I knew they were preparing to do that against me. They were hoping to leave me without breath. However, I kept my distance and then I took his breath over. And yeah, that's how it happened. And then I took them to the ground, and then I keep pressing and took him to the net of Octagon. So like you said, you feel like you could fight again in a week. Who would you want to fight against? Если бы in a week.
Если вы сказали, что вам нужна неделя на то, чтобы восстановиться, если она пройдет, с кем бы вы сразились со следующим? Я уже говорил, в принципе, меня спросили, я хотел подраться с ковбоем, с Сироном. So, it's a cowboy. Cowboy? Interesting. Good. And Tyra, Сирон? Сирон. Сирон. That'd be a good fight. Can you travel to America? Can you fight anywhere to do? Это был бы отличный бой. Вы можете путешествовать в Америку? В данный момент это решается вопрос по визе. Ну, я хотел бы с ним подраться. Well, the visa issue has to be sorted out. However, I would really like to fight him. Awesome. Thank you. Спасибо.